пацаны, это самая лютая покатушка в моей жизни. Кому интересно, смотрите видосик полностью. Ставьте лайкосик, смотрите видосик. Всем счастливо, всем пока. Сейчас просто вообще будет трэш. Приятного просмотра, пацаны. Короче, пипец, пацаны, я замерз. У меня нога прям левая замерзла. Правую я обмотал. Вообще на улице такой, такая дымочка, да? Снежочек пошел, но мороз прям вообще жесткий. Я сходил, сорвал веток. Вот, сейчас облил бензином с корба. Сейчас буду жечь костер у мотоцикла. Вот камера греется у меня вот таким образом. Ну, не знаю, телефон тоже замерз. Я весь трясусь, я весь дергаюсь. Пацаны, сейчас попробуем разжечь, хотя бы отогреть ногу, колено. Странно, бензин какой-то не горючий, что ли. Странно, что за бензин, бляха-муха, на этой заправке, бля. Бензин, пацаны, не горит. Я охерею. У меня рука, правда, сейчас бензином пропиталась. Сейчас как вспыхнет нахер. Да, люди проезжают, всем вообще похер, всем вообще по барабану, пацаны. Реально всем вообще похер. Ну давай, гори. Бензин какой-то вообще не горючий. Ну блин, я уже почувствовал, так тепло, блин. Бензин вообще не горючий, сука. Сука. Ногу об цилиндр. Руки-то у меня согреваются, обогрев ручек. Вот правую ногу я обматываю вот этой, а вот левую не могу. Задувает прям вот в кость, прям морозит, прикиньте. Это жестко, пацаны. Это жесткие морозы. Жесткая зима, однако. Хотя чувствую тепло, блин, нормальненько. Идем дальше, пацаны. Вообще все огонь. Вообще все люто. Проезжают все. Вот ребята, инспекторы ДПС приехали. Помочь мне. А я замерз, блин, вообще. Вообще пипец будет. Здрасте. А я еду замерз. В Сингли ездил он. Инспектора вообще душевные попались, ребят. Здравствуйте. Спасибо, спасибо. Всем прибавь там, блин, побольше. Спасибо, спасибо, прям вообще. Я и вроде бы и ватники одел. Ботинки теплые. Как бы обогрев ручку у меня есть. Руки не мерзнут. Колено правое обмотал более-менее. А левое вот едешь когда, оно вот прям задувает прям до кости. Прям вообще пипец. Да ну блин, на Урале бывает, катаюсь так вот. Понял. Понял, понял. Ладно, давай, спасибо. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Вообще, инспектора прям душевные. Палец вверх таким людям. Реально молодцы. А вот фуры проезжают, вообще всем пофиг. Вообще красавчики, ребята! Вот им реальный прям лайкосик, реально от души. У меня прям нога левая согрелась, прям вообще пипец. Так классно стало, так все, камера тоже отогрелась. Ребята, камера отогрелась, два деления показывает. Так, телефон я выключаю. Все, пацаны, вот такой вот ротик, уральчик. Вот я пытался разогреть здесь, разжечь, ну эффект был бы, но бензин не горит нифига, пипец. Так, пацаны, кипаса. Всем здорово. В общем, сегодня будет покатушка на мотоцикле Урал. На Урале я не катался, по-моему, с Нового года, вот как на Новый год ездил. И вроде бы все, по-моему, больше покатушечек у меня не было. Вот не замерзайка, кстати, нормальный, пацаны, минус 30 держит. Сегодня 27 было утром. Вот, нормальная вот такая вот. Не замерзла, короче, норма. Урал я не заводил. Уже очень долго. Что-то не могу открыть.
Сколько там бензо-то у меня? Ща. О. Ну нормально, бензина, пацаны. Полбака есть, короче. Вот еще дозаправлюсь. Полбака есть, потому что я когда катался, заливал вообще полный бак. Вот давайте попробуем, заведем его. Так, что у нас? Открываем краник. Открываем воздух. Да. Вот. Так, подкачивать не будем. Для тех, кто сомневается, что я его заводил, не заводил, я сейчас возьму снежочек вот так, ребята, и давайте вот на колено. Увидим. Короче, холодный мотоцикл. Блин, зачем я сейчас сидеть буду здесь? Дурак, а. Дебил. Так, воздух закрытый. Все, ребята, вот так заводится Урал. Спустя месяц. Реально, смотрите. А, замерз. Ну нет, все равно, видимо, надо подкачать бензин. Сейчас давайте бензинчик подкачаю. Так он вообще с полуоборота заводится. Просто в карбах, видать, уже ноль. Все, один есть, второй. Просто ночью было 27, утром 8 утра. Давай. Подкачивайся. Карбы пустые. О, пошла жара. Так, заслоночка закрыта, все закрыто. Все, пробуем. Раз. Два. Все, включаем зажигание и пробуем. Ну реально холодно, блин. Вот у меня Урал, у меня карбы так настроены, то что когда он только запускается, ручку можно отпускать, и он вообще не глохнет. Просто есть такая одна доработка, про которую я еще не говорил ни в одном видео, чтобы вот он так работал. Чтобы он не переливал, он не переливает вообще. Вообще, у меня Урал не переливает благодаря одной доработочке. Его невозможно перелить вообще. Если пинать закрытым подсосом и даже откручивая ручку газа, его не перельешь. Вот так вот, ребят. Пробег. Я замерз, блин, уже, блин. Сейчас он будет греться, минут 10. 15, прям уверенно, чтобы карбы, чтобы были теплые, чтобы они разогрелись, карбюраторы. Иначе, если сейчас поедете, через 5 минут, все, карбы обмерзнут вообще быстро. На улице сейчас где-то около 15, минус 12, 15. Но сегодня солнце, я думаю, сегодня будет потеплее. Вот, ехать, солнце все-таки греет. Все, ребятки, пойду я налью чайку горячую в бутылочку и уже буду выезжать. Все, давайте. Итак, ха, ребята, всем здорово! Сегодня, короче, выехали покатосить на мотоцикле Урал, пацаны. На улице дубак, минус 12, блин, по градуснику. Но на солнышке вообще нормально, ребят. Вот останавливаешься, короче, и прям солнце тебя греет вообще по кайфу, да? Вот такая вот обстановочка, пацаны. Вообще, Уральчик, вообще тема, блин, я уже это чувство не испытывал, практически, блин, вот на Новый год катался, и все, блин, вообще такой кайф, просто, блин, пацаны, на мотике зимой, вот-та-та-та-та-та-та, ребята, вот-та-та, вообще кайф, если честно, прям нормальненько, дорога, кстати, норм, ну вот середина, конечно, подтаивает, кидает, короче, в лобовуху. Я наклоняюсь, чтобы мне не закидывало, короче, визор. Я наклоняюсь и, короче, нормально, ребят.
Нормально, Уральчик рулит, кстати. Вообще бодрячком, новая резина. Мягонькая теперь переднее колесо у меня вообще практически, ну, не бьет. Можно сказать, оно вообще не бьет, переднее колесо, нормально. На люльке тоже новая резина, сзади новая резина. Короче, насчет резины вообще, пацаны, все топчик. Ну что, погнали, пацаны, да? Правда, в перчаточке что-то я замерзаю, ребят, в них. Они тут, вот смотрите, с вентиляцией. Вот. Но я все равно в них подмерзаю, короче, в этих перчатках. Ну, я взял варежки хорошие. Так, короче, пацаны, заводим мотик. Мотик завелся, конечно, не с первого раза, но, блин, там просто бензина не было. А так все, кипаса, пацаны, Санек с нами. Кипаса. Вообще кайф. Обогрев включенный, обогрев рук помогает просто. Просто без обогрева рук нереально ехать даже при плюс 5. Вот расстояние километров 30-40 трудно преодолеть без обогрева рук. Это просто прям вообще, я вот серьезно вам говорю, это проблемно, пацаны. Вообще, короче, пацаны, кайфуем, едем. Вообще четенько. Вообще прям по кайфу. Вообще по кайфу, ребята. Вообще все топчик. Настроение вообще улетное, пацаны. Вообще кайф, кайф. Реально, пацаны, кайф. Просто топчик, ребята, топчик. Реальный топчик. О, маленько виза, короче, закрыл вообще. Сзади тачки обгоняет, вообще в шоке, удивляется, наверное. По-любому думает, что за дебил, блин, на мотоцикле выехал зимой. Вообще прям полюбасы, ребята. Но вы-то знаете, вы-то, ребят, поставите по-любому лайкосик, да? Вы-то понимаете, в чем суть. В чем суть проекта, да? В чем суть дела, блин. Как говорится, все дело в покатушках, пацаны. Так, давайте ради интереса, короче, подождем еще одну тачку сзади. Проедет, посмотрим, короче, реакции, пацаны. Мне очень много людей едет, короче, кто махает фурах, здоровается, типа там, ну, думает, вообще пипец. Газолисты, особенно работяги, тоже здороваются. Вообще нормальненько. Но на скорости прохладно, ребят, на скорости прохладненько, да. Вот я 70 держу, и мне вообще нормально, по кайфу, пацаны, кипаса. Кипаса, реально, ребята. Вообще, я кайфую еду, блин. Кайфую реальненько. Лишь бы камеру не стула, селфи-палка не поломалась бы. Ой, блин, вообще чётенько. Я просто, ребята, я вам уже не знаю, что сказать. Когда эмоции переполняют, реально, как бы это. Ну, вы сами понимаете, то, что трудно сосредоточить какую-либо мысль вообще. Просто, ну, реально вообще трудно. Вообще по кайфу. Вообще классно. А вот я тенек прям реально, прям холодно, вообще пипец. Визор сейчас открытый, потому что разговариваю. И когда визор открытый, прям задувает все, прям щеки прям обмораживает. Вот глаза маленечко слезятся и прям обмораживает. Ну прям чувствуется такое, ну морозится, что, пацаны, морозится. Что говорить, солнце сядет, ночью обещают минус 30 сегодня. Я не знаю, какая будет погода. Ну, успею ли я вернуться или не успею. В принципе, до 6 часов должен успеть вернуться так-то, ребята. Должен успеть. Вот сзади, по-моему, фура едет. Подождем, короче. Фура, едем в Ульяновск. По дороге в Ульяновск, короче. Нормально, пацаны, кипаса, кипаса, все кипаса, ребята. Все кипаса. Вообще все четенько. Так, ну все, пацаны, я что-то подмерз, блин, с открытым визором ехать. Надо камеру вырубить и положить. А то я чувствую, так, блин, не доеду, замерзну по дороге. Короче, ребята, мы едем сегодня в Сенгилей. Сенгилей, ребята.
Погодка, ну солнышко, конечно, садится. Я, пацаны, я не могу рано выехать, блин. Я вот сплю очень много. Вот. Долго сплю, не могу выспаться рано, не могу выехать. Вот в этом-то вся проблема. Я выезжаю, грубо говоря, в 3, пол четвертого, да, вот. 3:20, вот так вот. Короче, не раньше 3. Вот. И, блин, закидывает мне вот, короче, ветровик закидывает, пацаны. Вот фуры, когда проезжают, легковушки проезжают, обгоняют, кидает, кидает. Потому что уже тает. Вот. И закидывает, короче, в лобовуху. И визор закидывает. Вот этой вот солью. А протереть, пацаны, очень трудно, потому что холодно. Вот. Трудно нормально вытереть до нормального состояния, чтобы было по кайфу ехать. Вот так вот, ребят. Ну ничего, ничего. Нормальненько, по кайфу все. Обстановка по кайфу. Обстановка по кайфу. Вот та-та-та-та-та-та. Блин, Патрик, блин, заразил меня. Вот та-та-та-та-та-та. Что, мужичка довести? Куда я тебя без шлема посажу? А вдруг гайцы? Все. Сразу, блин, штрафули. Приветули. О, ЖД переезд. Опа, опа, опа. Не, на Урале еще мягонько. Блин, как классно, пацаны, а вы бы знали. Вообще кайф, кайф. Тут прикольные, кстати, горы есть. Ну, горки. Нормальные. Сейчас как-то потеплее, что ли, ехать. Разогрелся, пока ехал, наверное. Или наоборот, замерз. Не, уже не чувствую, наверное, ребят. Наоборот, замерз, уже не чувствую. А Уральчик, кстати, четвертая нормальненько, прям мягонько идет. Вообще прям. Я давно не ездил. Но с этим глушителем, который я поставил, самопальный. Вообще классный глушак, тихий. Он бывает там что-то гремит перегородочку, но так вообще классная, короче, вещь. Нормальная. Причем по сравнению, у меня был, короче, глушак. И по сравнению с заводским. Заводской тоже тихий, но он душит мотор. Процентов так на 30, прям 100%. На 30% душит мотор. Родной глушитель ураловский. Там отверстие вот такое вот маленькое, блин, как с мышиный глаз. Ну не с мышиный глаз, конечно, с орлиной. Вообще кайфово. Вообще прям. Да блин, я вот еду, пацаны, с вами разговариваю. У меня визор потихоньку с внутренней стороны обмерзает, обмерзает, обмерзает. Я вот все хуже вижу. Хуже, все хуже и хуже. Сейчас мы где-нибудь остановимся, я знаю там одно место, сейчас там притормозим. Притормозим? Или притормозим? Притормозим, скорее всего. Не, остановимся, ребята, остановимся. О, все, пацаны, вот у меня камера вот здесь была между ног. О! У меня вот эти ляжки, блин, замерзает. Вот здесь маленечко ветром обдувает, когда вот здесь не полностью зачищает. Обдувает, замерзает, блин. Пацаны, на самом деле кайф. Вообще классно. А еще Урал-то надо заглушить. Когда он в заглушенном состоянии, заглушенном, да? Корбы нагреваются. Корбы, вот, вот карбюраторы. Сейчас они холодненькие, а вот сейчас он постоит минут так 5. Корбы будут теплые, тепло переходит от цилиндров. Клевая покатушка на самом деле, вообще такая кайфовая, да? Я вот заехал с трассы, маленечко съехал, чтобы чисто, чтобы постоять, отогреться минут хотя бы 5-10. Вот, чтобы карбюраторы отогрелись, а то небольшая горка, они уже это, мотик тяга пропадает. Жиклеры обмерзают, главные вот эти вот топливные. И все, солнышко греет. Солнышко, кстати, здорово греет, но я что-то вот встал, пацаны, конечно, надо было подальше маленько проехать. Вот, вообще классно, кайф, ребят. Вот я смотрю вот сейчас вот сюда вот. Смотрите, вот сюда вот я смотрю на сосны.
Они так желтизной своей отдают, переливают таким цветом. И придают ощущение, что скоро лето. Скоро лето, ребята. Тепло будет, весна придет. Еще немножко, февраль закончится. И придет весна, и мы будем кайфовать. А я выезжаю уже где-то в 20-х числах марта. Уже выезжаю на Хонде, там на Каве. Ну или на чем было вот у меня. Уже выезжаю чисто на двух колесах. Не на трех, а на двух колесах я выезжаю, ребят. Вот. А что еще немного, и мы будем с вами кайфовать, кайфовать. Как там песня-то есть? Кайфовать. Что-то забыл, блин, припев. Вот. О, солнышко, ребята. Вообще прям. Вообще. Греет вообще нормально. Так, ну что сейчас я, пацаны? Вот сюда противотуманочку надо было поставить еще одну. О! Что там здесь? Фига, как все заледенело, офигеть. Здесь холодно. На всякий случай плоскогубцы взял, свечной ключ. Пацаны, термос такой в дорожку взял, вот, который не жалко, разобьется, не разобьется. Опа, кайфовать. Блин, а на самом деле, ребята, холодно очень. Блин. Руки мёрзнут, вообще пипец. На самом деле, пацаны, прохладненько, ребята, холодно. Руки замерзают. А, горячим-то снежком разбавить. Блин, тут с трассы. Чем бы разбавить? Ну ладно, сейчас сам остынет. Вот, пацаны, короче, вообще пипец, да, ребят? Ребята, на самом деле, вообще такой дубачок сейчас. Лютый. Сколько градусов? Давайте посмотрим, пацаны. На телефоне. Сейчас, кстати, стрим, пацаны. Сейчас будет стрим! Все. Сейчас будем стримить, пацаны, на ютубчике. Так что вы смотрите, кто сейчас, тот будет знать информацию, что был, короче, стрим. Та-та-та. Пацаны, вы тоже слышите это, да? Вьюга, вьюга. Ветер дует. Когда вот стоишь, так вот ветерочек задувает. Ну такая вьюга. Чувствуется ветер. Поднимается. Блин, шлем замерз тоже. Пока чай пил, блин, пока стоял. Так, задней скорости у меня нету на Урале. Ну как, она есть, но она вылетает. Приходится без задней скорости. Вот она. Штяк. Ну, пацаны, в принципе, сила есть, задняя скорость не нужна, по идее. Ох, нифига себе. Вот это куртка, вот это я застегнулся прям. Вот это я застегнулся, пипец. Нормально так. Ох, что-то вообще по трассе все кидает, блин. Везде одна соль. Придется мотоцикл мыть. Вот перья ржавеют, пипец как. Но потом они отмываются от соли. Вилка ржавеет от соли. Хром там уже старый. О, ништяк. Карбюратор нагрелись. О, карбюратор нагрелись. Значит, еще хватит километров на 30. 100%. Потому что когда движок работает, они не нагреваются, через них постоянно проходит топливно-воздушная смесь. Фу! Нифига себе, что с моим визором! Офигеть! Пипец!
У меня визор, пацаны. Вспотел. Какого хера? Я сейчас же ни хрена не увижу дорогу. Я его еще вытер, блин. Вообще надо побыстрее надо набрать скорости. Так, пропускаем. Вторая. Третья, пацаны. Четвертая. Все, дальше скоростей нету. Нормально, визорок продуло. Нормально. Пойдет. Да, пацаны, реально холодно, что-то реально, блин. Ну ладно, пофиг, едем. Мы едем, едем в соседнее село на дискотеку. Мы едем, едем со своей фанатекой. Мы едем, едем в соседнее село на дискотеку. Вот меня пробило жестко. Да что ж такое, постоянно дует. Офигеть, блин, пацаны, хоть за фурой вообще четко ехать. Вот, за фурой не дует. Блин, тут прям в глаз дует. Вообще пипец. Вообще пипец. Все, пацаны, идем на обгон. Все, УАЗик обогнали, нормально. Все, одна батарея сдохла, пацаны. Сейчас она до конца сядет. Когда начинаешь в дороге суетиться, что-то там вот, не знаю, дергаться, наоборот, еще, короче, хуже. Хуже. А когда вот спокойно едешь, то по кайфу. По кайфу. Вот, ну ничего, пока батарея пишет. Короче, все, пацаны, сдохла батарея, да. Одна. Еще три штуки в запасе есть. Я вот стал, короче, здесь вот у остановки поменял. Солнце вроде ничего так светит, да? Тепло. Шлем застегнуть надо, не забыть. Короче, все по кайфу. Урал, короче, прет, реально. Тема нормальная, пацаны. Погнали дальше. На Урале. Кипаса, пацаны, кипаса. Кипаса. О, ништяк. Опа. Опа. Впереди копы. Да? Да. Вообще. Нормально, ребята. Вообще по кайфу. Обстановка по кайфу, ребята. Да, без обогрева рук даже нехрен выезжать зимой. Обогрев сиденья так и не сделал, блин. Неохота зимой возиться все-таки, ребят. Все-таки, ребята, мотоцикл нужно готовить летом.
вот к зиме, или осенью, или летом, вот, или в теплом гараже, которого у меня нету, вот, потому что на улице неохота вообще возиться, когда температура, знаете, вот минус 10, там, минус 5, особенно когда снег лежит, вообще полная фигня. Ну, блин, телефон в кармане. Я думаю, где мой телефон? Я же испугался, блин, офигеть. Карман вроде закрыл, да? Бывает такое. Визор мерзнет конкретно. Вот, тогда откроем мы его. Вот, сейчас мы едем по ветру. Сейчас ветер дует сзади. Вот. Поэтому сейчас ехать, ну, в кайф. А вот когда обратно буду ехать, не знаю, каково будет. На заправочку еще заедем. А пока, пацаны, пока все кайфово. Где, кстати, микрофон у меня? А, с микрофоном у меня все нормально. Я думаю, он любит у меня вылетать, короче, выпадать из подкладки в шлеме. Ну и все, визор проветрился. Можно маленько прикрыть. Нормально. По кайфу. Так, ребятки, что, ребят, короче, блин, замерз, ну не то, что замерз, короче, палец у меня вот большой, и вот правая нога замерзла вот здесь вот прям, левая нормально, вот правая замерзла. Почему мерзнет правая? Потому что люлька создает эффект такой турбулентности, поэтому правая нога как бы мерзнет, вот, ребят, короче, вот так, блин, сейчас одену другие варежки, вот, это у меня перчатки. Я хочу одеть, короче, варежки, пацаны. Ой, где-то они у меня были. Сейчас. Вот. Короче, друзья, вот такая вот покатушечка. Блин, погода вообще просто суперская, а? Вы бы знали прям. Вообще как по кайфу. Ну, сразу руки согреваются. Хоть они и холодные, с люльки. Все равно руки согреваются. Смотрите, ребят, уже весеннее солнышко. Вот, радует прям прикольно. Прям по кайфу. Сейчас еще постою минут 5. Нога отогреется у меня. Дальше поеду. Блин, а мне ведь еще до дома-то ехать. Вообще очень много. Большое расстояние. Я не знаю, как я обратно поеду. Мне придется чем-нибудь, блин, ногу что ли обмотать. Колено. Я не знаю, блин, конечно, плохо. Дует. Ветерок у девчонок между ног. Ой, что я говорю-то? Надо вот здесь вот как бы, блин, маленечко как бы, блин, выпрямить, что ли. Вот, именно правое. Подраспрямить чуток. Да пофиг, погнулся он маленько. Главное, чтобы не дуло. Вот, ребят, вот так я его маленечко отогнул. Нормально, а то он был такой, чух, прям обтекаемый, овальный был. Вот. Я думаю, что все нормально. Блин, прикольно, однако, ребят. Так тихо, сегодня так тихо. Здесь особенно так тихо, ветра вообще нет. Или он стих, но ветра вообще нету. Вообще классно. Нет, чуть-чуть есть ветерочек, чуть-чуть прям. Ну, почти нет. Блин, так круто. Нога отогревается почти. А то скоро будет темнеть. Вот. Стены маленько подвинуть. Шубу. Обогрев так и не успел сделать. Коврик продается с Ашана. И еще один чехольчик сюда. Уральский, заводской на сиденье. И все. Или под этот. Только под новый. Под свежий. Под мягкий. Все, ребята. Всем счастливо. Ой, всем счастливо. Я уже с вами прощаюсь, пацаны, блин. Хотя я еще буду продолжать снимать видосики, блин, вообще пипец. Но я с собой много батарей взял. Короче, погнали дальше, пацаны. Так, две серых использованы. Осталось две батареи.
Так, в эту поставлю я на 1100 я в основную. На 900, короче, в эту. Ну все, ребята, это я уж не буду показывать. Все. Здравствуйте. Мне 92-го до полного. Пойду заправлю. Я не знаю, войдет, не войдет. Сделайте. Попробуем налить. Не знаю, сколько вообще бензина здесь было. Литров 10, я думаю, было. О, нормальненько входит. Все. Ну да, бак на 18. Литров 10 было. Плюс я сюда приехал. Плюс мороз. Все, хорошо. Так, сбросим. Так, пока сбрасывать не будем, ладно, так оставим. Было, по-моему, 250, что ли, с чем-то. 59. 260, наверное. Ой, короче, ладно, пофиг. Вот, друзья, короче, заправил бензина. По-моему, было 259, что ли, километров я выезжал. Вот не помню, блин, сколько я проехал. Даже, допустим, 260 взять, 40, 50, 60, 70 километров я проехал. Наверное, 80 километров я проехал, ребят. Скорее всего, да. Что-то около этого. 80 км. Ну, в принципе, нормально. Если даже 10 литров было, пацаны, почти полный бак у меня сейчас. В принципе, расход нормально радует. Расход у меня на мотоцикле Урал составляет порядка 7 литров летом и зимой 7,5 где-то. Вот. В таком порядке где-то вот так вот. При учете то, что стоит 8-я пара в редукторе. 8-я пара в редукторе, это парка, на которой мотоцикл рассчитан только возить дрова. Все. Кататься в лес. Все. Никак не трассовый режим. Едем, едем мы из соседнего села на дискотеку. 15:09. Времени сейчас. Мне, в принципе, не так много времени осталось, когда сядет солнце. Вот, но все равно прикольно. Да, здесь практически вот я сколько езжу зимой, я не видел, чтобы никто, чтобы кто-то катался на мотоцикле зимой. Вот, пока еще не видел. Но знаю одного мужичка, он бывает у нас в Ульяновске, катается. У него Иш какой-то, или Планета, или Юпитер. Короче, красный у него, красный мотик. Красный ижак. Вот, он катается. Блин, я замерз, ребята. Вообще пипец.
Все, у меня последние батареи уже вставлены. Все, ребят, больше батареи у меня нету на камеры. Вот это вот на 1100 миллиампер осталось. И новая батарея поставлена в другую камеру тоже. Все, больше батареек пока нету. Но в принципе уже обратную дорогу я вам не буду показывать. И уже будет темно по-любому. Вот. Кто смотрел предыдущее видео про тему, как выжить на дороге общего пользования, ребята, эта тема до конца не раскрыта. Это всего лишь маленькая частичка. Маленькая частичка. Вот. Полиция, ОГИБДД. ОГИБДД. Блин, ништяк. ГИБДД. ГИБДД. Едем на набережную, пацаны. Едем на набережную. Посмотрим. Просто походим. Просто, блин, походим, да. Как говорится, погуляем. Отогреемся маленечко. А то я действительно замерз. Хоть я и сейчас выпил чай горячий, я все равно, ребят, замерз. Вот. Сейчас надо будет еще посмотреть погоду в Яндексе, сколько там градусов. Ну что-то у меня все... Все тело что-то дрожит прям. Дрожит. 80 километров я проехал. Останавливался, наверное, раза 3-4. Да, наверное, раза 4 точно останавливался. Потому что невозможно проехать за раз. Просто нереально проехать за раз. Но по кайфу, ребят, но по кайфу. Конечно, ребята, сейчас самое главное, это не заезжать на лед. На лед, на Волгу не заезжать. Это будет очень глупая ошибка с моей стороны. Таких ошибок допускать просто нельзя, по крайней мере мне. Вот. Сейчас просто погуляем и все. Да, в деревнях не люди должны обходить технику, ну, машину, а машина должна объезжать по проезжей части людей, а не наоборот. К сожалению, во многих селах нету тротуара. К сожалению, во многих селах нету тротуара. Это, конечно, печально, но прикольно, что. А что мы смотрим? Здесь все, везде снег. Здесь хоть чистят. О, здесь даже почистили, что прикольненько. Вообще по кайфу. Да, давно я здесь не был, конечно. Посмотрим. В шлеме. Что, пойдемте на Волгу, блин, на озеро. Че, вообще заеду я сюда, не заеду, ребят? Как вы думаете? В Сингелее зимой, блин, редко бываю вообще. Практически не бываю в Сингелее, пацаны, зимой. Очень редко. Ну а что, смотрите, блин, там что, следы от автомобилей, что ли? Катаются. Да, новая батарея уже села на одно деление на морозе. Итак, хай, ребята, я, короче, в Сингелее. Вот. Я в Сингелее. Прикольно, что здесь. Смотрите-ка, блин. Смотрите-ка, все замерзло, да? Вообще трэш. Не знаю. Ночью было минус 30, я думаю, вряд ли можно провалиться-то. Как вы думаете? Я думаю, то, что не провалишься. А так что, прикольно. А так прикольно, в принципе.
На лыжах, кстати, тут катаются. Ну так проваливаешься, конечно, но не особо. Я вот вижу, какая-то хрень вон там стоит. Не знаю, это рыбаки, не рыбаки. И, в принципе, пока больше нету здесь рыбаков. Но Автофедя говорил, это парень тоже блогер, пацаны. Можете набрать в Ютубе Автофедя. Вот, и вы увидите кучу прикольных видюшек. Вот, про такую жизнь, про сельскую жизнь. Вот, он там что только не творит. Короче, прикольные видюшки. Сам смотрю, вот, ребят. Сам смотрю его видео. Прикольно. Аттракционов нету, все замерзли. Вообще. Ну а чё, блин? Все, у меня носок вылетел с правой ноги. Я думал, тут рыбаков больше будет, а тут вообще нет рыбаков. Давайте сейчас пройдемся по набережной. Посмотрим. Чё на набережной? Блин, некомфортно идти. Носок вылетел, слетел с ноги. Надо поправить. Камера-то пишет, не знаю. Надо в зеркальце посмотреть. Тоже батареи садятся на морозе. Сегодня 30-ка будет, пацаны. А мне еще ехать 80 километров, прикиньте, домой. Вообще пипец. Полный трэш. Да, камера пишет нормально. Вот такой вот, ребята, Сенгилей, в зимнее время. Снег, в принципе, чистят. Нормально. Сейчас хоть похожу маленечко, согрею ноги. А то вообще замерз, пока ехал. Все-таки 80 километров в минус 12. На скорости это вам не шутки. Это не так-то просто, как вам кажется. Я сам человек, грубо говоря, с севера, да, мне как бы морозы не особо страшны. Вот, но даже мне это не удалось проехать 80 километров без остановок. Просто как бы, ну, нереально. Вот, с собачками гуляют, прикольно тоже. Вот здесь вот я катался на мотике. Вообще. Да, блин, я чувствую, если еще немного похожу, так я, блин, вспотею. А вспотеть, блин, в такой одежде очень легко. И потом ехать на мотоцикле не особо прикольно, когда будешь весь мокрый. Просто реально, ребята. Не, ну а что, пойдет, что? Ну как пойдет? Вот здесь что, церковь, да? Девочка с собачкой гуляет. Тра-та-та-ра-та-ра-та. Да, кстати, рыбаки точно. Точно-точно рыбаки. Вот, пацаны, видно, как солнце уже уходит. Ребята, видно, как солнце уже покидает нашу планету. Я все равно прям дрожу. Я хоть и хожу, но все равно прям пипец, дубак. Вот она, русская зима. Русская зима. Зимушка зима. Вот. Можно посидеть. Фу. О! Фу, ребята. Вот, ребята, кайф. Зимой на мотоцикле тоже по кайфу. Можно, кстати, до Ульяновска доехать. Вот прям, если по льду ехать, можно прям на мотике доехать до Ульяновска. Там, по-моему, Красный Яр. До Красного Яра без проблем. А там чуть приезжаешь, там уже мост через Волгу идет. И все. Фу, блин, вообще задубил. Офигеть. Как домой поеду, блин. Не знаю.
Но, ребята, увы, я вам уже не смогу показать, как я поеду домой, потому что у меня все батареи сядут. Вот две последние батареи уже, третья пара уже садится на морозе. Вот. Прикольно, что прикольно. Брусчаточка такая. Ну, хорошо сделали, классно. Мне нравится. Нравится, нормально. По кайфу. По кайфу, пацаны, по кайфу. Прикольненько. Вот. Думаю сейчас постримить на Ютубе. Но чувствую то, что если буду стримить, замерзну еще больше. Руки замерзнут у меня. Думаю дойти до рыбака, вот до того. Но далеко идти. Время потеряю много. А еще ехать, короче, надо до хрена. Ну сейчас маленечко, может, постримлю чуть-чуть и все. Чутка, может, постримлю и все. Вот. Так что что, ребят, вот такая вот покатушка была у меня. Вот. Если что-то будет такое интересное по обратной дороге, я обязательно сниму. Если позволит мне это сделать, батареи, камеры не сядут. Обязательно сделаю. Вот давайте. Всем счастливо. Всем пока. Вот такой вот морозный день. Кстати, ребятки, камеры, смотрите-ка. Смотрите-ка, вот камеры пишут. Смотрите, здесь все контролируется. Видим камеры, да, ребят? Сзади меня, сверху. Здесь все контролируется. Не то, что вы думали. Контроль на высшем уровне. И это правильно, между прочим. Это, между прочим, правильно. Для безопасности. Вот. Ладно, ребята, давайте. Всем счастливо. Всем удачи. Всем пока. Офигеть, ребята, телефон на морозе сел. О, сейчас стрим вел, короче, прервался стрим. Фу, блин, вообще дубачина жесткая. Солнце, все, все, короче, пацаны, как всегда, все идет по одному месту у меня. И именно это как бы не то, что все плохо, а просто экстремально, вот. Просто все экстремально. Телефон, хотя проценты есть, но он на морозе вырубился. Потому что реально дубачина жесткая. Вот, вообще трешняк. Вообще трешняк. Пацаны, это вообще трешняк. Это вот здесь вот можно загорать, да? Вообще трешняк. Вообще трэш. Реально просто жестко, 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 жестко. Я в очень такие условия жестких испытываю. Пацаны, у меня даже голос поменялся. У меня даже, пацаны, голос поменялся из-за мороза. Вот, потому что много говорю. Вот, короче, вот так вот. Прикольное местечко. Можно вот здесь вот прилечь отдохнуть. Я считаю, это самое нормальное. Можно вот зимой. Вообще вот по кайфу. О, ребята. О. Вообще, ну так спина расслабилась. Так спина расслабилась немножко. Ладно, что, поугарали. Селфи маленько понаделали. И поедем дальше. Ну а что, прикольно, ребят. Пофиг, солнце село. Что мороз, мне еще час. Больше часа, короче, мне надо ехать. При таких условиях погодных и на Урале тем более. Ладно, ребята, буду я заканчивать свой
стрим, свое видео, видеорубрику «Жесткие покатухи зимой на мотоцикле Урал», который, наверное, уже, который уже остыл, очень быстро остывает. Так, ладно. Так, чайку попить, что ли? Чайку, что ли, попить, ребят? Не знаю. Чайку, наверное, попью, блин. Да, чуть-чуть согреюсь. Чтоб хотя бы изнутри. Что-то у меня это прям... Тело прям дрожит именно изнутри. Вот. Именно изнутри тело дрожит. Надо чайку надо попить. Что ты вообще, трешняк? Промерз жестко. Ну ладно, что. Я ведь это и хотел, ребят. Сейчас побольше прям выпью. Жестко, пока рукавицы одену. Холодно. Блин, ногу еще надо поправить. Носок вылетел. Сейчас, погодите. Это трэш, ребята. Сейчас пытался с вами стримить. Телефон вырубается. Я вообще заледенел нахер. Это просто трэшняк. Уже 20-ка на улице. Я весь заледенел. Надо, короче, ехать домой. Солнце село. Не ехать километров, наверное, 80 сейчас. Это где-то час, больше часа чуть-чуть. Вот. Короче, Дубачево конкретное. Я сейчас глотнул, чайку выпил. Застримить не смог, потому что телефон вырубается. Он у меня все время в кармане пролежал. В куртке. О, вообще трэш. Короче, погнали. Я весь дрожу нахер. Вообще трешняк. Все, ребята, время 5 с чем. Все, пацаны, камера села у меня, все. Из-за мороза все вырубается жестко. Короче, поехал я до дома. Реально я заледенел весь. Так, не могу, ребята, нога мерзнет, пипец, правая. Сейчас вот я попытаюсь что-нибудь вот такое сделать. Короче, обмотать правую ногу. Коленка мерзнет на улице. Вот, пацаны, ногу замотал. Очень холодно ехать. Так, хоть чуть-чуть защита есть. Поехали. Там вон дальше, пацаны, туман такой. От мороза стоит. Я ногу обмотал, пипец. Дубачина жесткая. Короче, пипец, пацаны, я замерз. У меня нога прям левая замерзла. Правую я обмотал. Вообще на улице такой, такая дымочка, да, снежочек пошел, но мороз прям вообще жесткий. Я сходил, сорвал веток, вот, сейчас облил бензином с корба, сейчас буду жечь костер у мотоцикла. Вот камера греется у меня вот таким образом, ну не знаю, телефон тоже замерз, я весь трясусь, я весь дергаюсь. Пацаны, сейчас попробуем разжечь, хотя бы отогреть ногу, колено. Ни хера ничего не получается. Сейчас еще попробую бензином свежим. Вот. Сейчас подкачиваю по максимуму. Чтобы все загорелось. Ну не все, конечно, вот только. Надо, чтобы загорелось только, чтобы вот это вот. Дрова вот эти вот. Ну не дрова, а ветки. Пофиг, какие они есть. Вообще трешняк. Странно, бензин какой-то не горючий, что ли.
странно, что за бензин, бляха-муха, на этой заправке, бля. Бензин, пацаны, не горит. Я охерею. У меня рука, правда, сейчас бензином пропиталась. Сейчас как вспыхнет нахер. Ой, зачем я штаны вытираю? Мне надо вот левое колено отогреть. Право-то я обмотал, блин. Пацаны, прикиньте, да? Костерочек жгу, блин. Руки-то у меня обогрев ручек есть вот. Вообще трешняк. Колено вот замерзло у меня, да, нога левая. Вообще треш. Да, люди проезжают, всем вообще похер, всем вообще по барабану, пацаны. Реально всем вообще похер. Ну давай, гори. Бензин какой-то вообще не горючий. Ну блин, я уже почувствовал, так тепло, блин. Бумажки тоже никакой нету, блин. Бутылочка-то есть, бензином поливать так. Надо еще, пацаны, еще полить. Бля, там же горит, ёпта, сейчас карбюратор загорится. Блин. Ну все, тут уже потухло вроде бы. Бензин вообще не горючий, сука. Сука. Я извиняюсь за мат, пацаны. Бля, вообще жестко. Блять, ногу отогреть не могу. Я чувствую, так надо березовые ветки срывать. Время уже до хера. Блять, вообще ее жестко. Я попал, пацаны, в морозы. Короче, ладно, сейчас у меня вот камера лежит. Сейчас я буду вот так тогда ногу греть об цилиндр. Вот так тогда, пацаны, погрею ногу об цилиндр. Руки-то у меня согреваются, обогрев ручек. Вот правую ногу я обматываю вот этой, а вот левую не могу. Задувает прям вот в кость, прям морозит, прикиньте. Это жестко, пацаны. Это жесткие морозы. Жесткая зима, однако. Хотя чувствую тепло, блин, нормальненько. Ладно, хоть телефон еще не вырубается. Нормально, хоть работает. Я ему оптимизацию сделал. По температуре там есть менюшка. Вот. О, ништяк. Пацаны, нормально. Нормально. Движочек хоть меня греет. Вообще трэш. О. Бензин не горит вообще. Обычный бензин вспыхивает. А эта заправка, как она называется? Ульяновск, нефтегаз какой-то. Что-то хрень какая-то. Вообще полная шляпа. А не заправка. Бензин медленно горит. Ну, мне тем более Урал под 92-й переделанный. Он так-то должен, блин. Но он что-то не особо вот едет в гору на этом бензине. Шляпа, а не бензин. О, пацаны, о. У меня, по-моему, еще там были ткани всякие. Сейчас обмотаю левую ногу тоже. Бля. Еще попадос. О, у меня мешок есть. Вот это классно. У меня мешок есть, пацаны. У меня есть мешок. Так, ладно, эти варежки убираем. Все, закрываем, короче. И едем дальше, пацаны. Вообще все огонь. Вообще все люто. Проезжают все. Вот ребята, инспекторы ДПС приехали. Помочь мне. А я замерз, блин, вообще. Вообще пипец будет. Здрасте. А я еду замерз. В Сингли ездил он. Ну все есть, все узаконено. Документы есть. Видео снимаю, я это как бы, ну, блогер на Ютуб. А?
Не, спасибо, все нормально. Ну, я вот пытался веточки там разжечь. А можно чуть погреться у вас? О, нифига себе. Инспектора вообще душевные попались, ребят. Здравствуйте. Спасибо. Всем прибавь там. Спасибо, прям вообще. Ну, я вас там показывать не буду тогда. Ладно. Вообще, ребята, инспектора позвали погреться просто. Что-то с чем-то. А люди проезжают, я вон веточки подергал там. Бензин заправился, вот как она там называется, заправка-то вот белая, не Роснефть. Не горит даже, но бензин. Так чуть-чуть прям вообще, еле-еле. Вообще пипец. Сейчас буквально две минутки погреюсь чуть у вас. Вот так вот. А вы из Ленска едете? Нет. А из Сингелея? Ну, обратно? Да. Туда. Понятно. Сколько машин приезжает, и никто, как бы, всем пофигу. Едут. Я и вроде бы и ватники одел, ботинки теплые, как бы обогрев, ручка у меня есть, руки не мерзнут. Колено правое обмотал более-менее, а левое, вот едешь когда, оно вот прям задувает прям до кости, прям вообще пипец. Да ну блин, на Урале бывает, катаюсь так вот. Все равно мотоцикл, весна, лето. Ну это да. Не, ну все равно в зиму как бы тоже, блин, так это тоже, ну, как хочется. Я просто постоянно ездил с 11 лет именно на мотиках. Понял. Влада, давай, спасибо большое. Вообще, инспектора прям душевные. Палец вверх таким людям. Реально, молодцы. А вот фуры проезжают, вообще всем пофиг. Ребята. Все, короче, погнали. Вообще красавчики, ребята! Вот им реальный прям лайкосик, реально от души. У меня прям нога левая согрелась, прям вообще пипец. Так классно стало, так все. Камера тоже отогрелась. Там батарея, блин, новая, как бы мощная. Она просто замерзла, поэтому и вырубилась. О, так, сейчас оставляю камеру. О, снежочек маленько припорошил. Но я сейчас все равно колено обмотаю вот этим тряпкой, мешковиной. Два деления показывает. Так, телефон я выключаю. Все, пацаны, вот такой вот мотик, уральчик. Вот я пытался разогреть здесь, разжечь, ну эффект был бы, но бензин не горит нифига, пипец. Вот, все, ребята, камера отогрелась, два деления показывает. Так, телефон я выключаю. Все, пацаны, вот такой вот водик, уральчик. Вот я пытался разогреть здесь, разжечь, ну эффект был бы, но бензин не горит нифига, пипец. Бензин, короче, даже не горит нифига, я вообще в шоке, что за бензин там такой. Так, все, погнали. Спасибо вам, ребята, инспектора, хорошие мужики. Тоже все равно есть. Так что, ребят, не нужно как бы всех под одно равнять. Вот. Сейчас обмотаю колено. Так, маленечко вот так, чтобы оно... Чтобы вот эта часть была вот здесь вот. Чтобы вот это вот так вот прижималось к... Так, надо Урал завести. Нейтралочку.
Да Урал-то заводится у меня вообще все четенько с ним. Так. Так, левую ногу обмотал. Сейчас, ребят, правую обмотаю тоже. О! Правую ногу обмотал тряпками. О, все, ребята, погнали! Так, багажник закрыт, и все закрыто. Ну все. О, ребята! Как будто, знаете, как будто вот так отогрелся, как будто из дома только вышел. Реально. Как будто из дома только вышел. Спасибо, реально. Инспекторам от души прям. Реально от души. Ну, первый у них вопрос был, не поломались ничего, вот. То, что реально нормальные люди есть. Второй вопрос, замерз, не замерз? Я говорю, замерз. Ну, идем, говорит, погреешься. Инспектор уступил место, вот, напарник. Я на переднее сиденье, вы видели, сел нормально. Вообще, не ожидал, конечно, такого. Ну, спасибо, спасибо. Прям реально от души. Как говорится, дай бог вам здоровья. Таким людям. И вашим семьям тоже. Как говорится, пусть все будет отлично. Ну, мне ехать осталось, ребят, минут 50 где-то, вот, 40. Потому что на Урале быстро не поедешь. И, во-первых, холодно, задувает очень сильно. Поэтому я вот 70-60 держу и все. Ладно, хоть обогрев ручек есть. Очень нужная вещь, обогрев ручек. Без обогрева ручек просто реально никуда. Просто реально никуда. Стемнело быстро, конечно, стемнело. Вот. Темнеет очень быстро. Ну не то, что быстро, я просто сегодня очень много прокатался, вот вообще. Очень много проехал. И выехал всего лишь в 3 часа, надо было раньше выезжать. А я в 3 часа выехал, ребят. Ладно, ребята, всем, как говорится, всем здоровья. Вагон компрессии, да? Чтобы все было чики-бомбони. Вот, так что зимой ездите, если кто-то катается далеко, нужно как бы ездить аккуратно. Брать с собой теплые вещи, по крайней мере, вот ноги. Одеваться, это понятно, вот штаны даже ватники не помогают. Ватники даже не спасли меня, ватники, ребята. Минус 17 у него показывает на машине. Вот, на Форде. По факту 20-ка. Потому что все датчики, когда машина работает, они маленечко обманывают. Плюсовую сторону. Вообще дубачина. Вообще, ребятки. Вообще. Жестко. Ну все, ребята, давайте. Всем удачи, всем счастливо, всем пока. Спасибо, кто заходил, спасибо, кто подписался. В общем, ребята, всем удачи, всем счастливо, всем пока. Вот, берегите себя и своих близких. Давайте, ребят, всем удачи.
Не, пацаны, короче, ночью ехать это полный трэш. Это вообще трэш-трэшевый. Я уже еду, наверное, час еду, 60 километров. Мотал, короче, ногу мешком, вот, чтобы не задувало, все равно дует. Правую ногу тоже тряпкой обмотал. Все равно, короче, дует. Она вот с ветром падает. Вот. Вообще дубак ехать. Сейчас на улице точно 20, за 20 уже. Вон луна яркая. Полумесяц. Вообще жестко. Жестко, пацаны. Вообще трешняк. Я сижу просто тупо греюсь. Еще немного, еще минут 15 осталось, короче, мне ехать. Вообще трешняк. Трешняк. Ладно, ребята, поеду я. Ручки хоть нагреваются. Вот хоть руки грею. Вот. Нормально. Прям ручки теплые, вообще кайф. Блокай. Ладно, ребятки, поехал я. Вообще жесть, пацаны, вообще. Полный, у меня виза, смотрите, вообще. Визор сейчас буду отогревать, а то я ничего не вижу точно. Итак, ребята, всем здорово. Короче, до дома еще не доехал. Заехал, короче, в такое теплое место, да? Сижу сейчас на батарее, греюсь. Вот, батарейка тепленькая такая, нормальная. Сижу, греюсь, ноги замерзли. Вообще, у меня голос, короче, начал пропадать, прикиньте. Вообще дубак ехать на мотоцикле. Гаишники, ладно, хоть, ну, остановились. Я у них погрелся, после этого не заезжал никуда. Ни на заправку, никуда не заезжал. Сейчас прям весь, короче, прям дергаюсь, прям дрожит, короче, все тело. Просто, ребята, трешняк. Это я в итоге в дороге, знаете, сколько часов был? В 3 с чем-то я выехал. Что ли, в 3.10, что-то такое, в 3 часа. Ну вот, посчитайте, с 3, 3, а сейчас время уже 7. Сейчас 7:30, пацаны, время. И без 20, что ли, 8. 3, 4, 5, 6, 7. 4.5 часа в дороге. Вообще... И, можно сказать, 10 минут в машине, да, у гаишников посидел, погрелся. Вообще, просто лютая жесть, лютая трэш. Лютый трэш, я не знаю, как еще это назвать. Это просто, блин, такой трешняк. Вообще, больше я, ребята, что-то не горю желанием ехать в такой мороз. Минус, сейчас уже на улице минус 25, вот на градуснике мне сказали. Вообще, когда село солнце, похолодало вообще моментом. Вообще трешняк, пацаны. Вообще трешняк. Вообще трешняк. У меня все мышцы, короче, прям перехватывают. А, нихера себе. Нихера себе. Нихера себе, как прихватило мышцы живота. А, вообще жестко, пацаны. Жестко. Сейчас посижу, короче, погрею здесь, просто реально трешняк. Ватники, штаны, ватники не помогают ни хрена. Ну, ноги промерзли, вот правая нога не особо, когда обмотал ее, а левая нога, даже и мешком обмотанная, все равно замерзала. И, в принципе, что, и вот сзади задувало, короче, под куртку, и все, и, в принципе... Если одеть вообще такие штаны, не знаю, защиту хорошую, и куртка, чтобы такая была сзади тоже защита, то нормально, можно ехать. Так-то на мотике прикольно ехать. Урал надежный мотоцикл. Во. Вообще трешняк, вообще. Кстати, карбюраторы замерзали только в большую гору, и все. А так и не замерзали карбы. Ехал, сейчас ехал километров, короче, 20. Ехал за фурой. Прям вот впритык, ну, грубо говоря, не знаю, буквально 5 метров, короче, до фуры. За фурой ехать вообще нормально. Ну, чисто вот так вот, поток ветра, так, шух, вот так вот шлем намотает со стороны в сторону. И все. Намного теплее, чем ехать по, вообще, вот, просто по прямой пустой дороге. За фурой намного теплее ехать, ребят.
вообще прям чувствуется. И Уральчик на разгончик прям идет. То есть фура уходит, и ему, он прям момент его догоняет даже при 80. За фурой я 80 ехал, держал по спидометру. Вот, нормально. Короче, ребят, вот такие вот итоги, пацаны. Такие вот итоги на сегодняшние покатушки. Я сейчас еще буду сидеть, греться минут так 10. Блин, я замерз очень конкретно. А, у меня шея прям не хочет поворачиваться налево-направо. Тоже задубел, короче. Ладно, ребята, давайте, всем удачи, всем счастливо, всем пока. Кому понравилась такая видюшка, ставьте пальцы вверх.